Космос всегда был одной из наиболее волнующих загадок человечества. Звездное небо завораживало своей красотой, и космические дали влекли к себе исследователей всех поколений. Очень важно, что в книгу освоений космоса именно наша страна вписала самые первые и самые главные страницы. Об этом дне, 12 апреля 1961 года, когда гражданин Советского Союза Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полетов, благодарное человечество никогда не забудет. Жители Кубани гордятся полетом космонавта Юрия Гагарина. Помнят об этом подвиге первого космонавта Земли в нашем городе. Накануне Дня космонавтики славянские студенты и школьники собрались в Северном парке, чтобы отметить этот праздник ярким мероприятием. А сегодня, друзья, мы с вами пробежим ровно 1961 метр. И таким самым жестом, таким шагом мы с вами примем участие во всероссийском флешмобе, посвященному Дню космонавтики. Друзья, но это ли не величайшее событие, что СССР, наш родной Юрий Гагарин, самый первый полетел в космос? После активной танцевальной зарядки под зажигательную музыку, проведенной студентами филиала Кубанского госуниверситета в Славянске на Кубани, настало время забега длиной в символический 1961 метр. Все бежали в свою силу, самое главное – участие. Во-первых, это здоровье наших студентов, учеников, всей молодежи. Небольшие пробежки иногда полезны. А также это удивительное мероприятие помогает ребятам запомнить важные даты нашей страны, нашего мира, вообще существования человечества, что благоприятно влияет во всех сферах. И я рад, что наша молодежка проводит такие мероприятия. В забеге не было победителей и проигравших. Каждый, кто участвовал, внес свой вклад в памятное мероприятие, приобщился к общей радости. Я пришла очень хорошим настроением, была сегодня прекрасная погода. Пришла я с сельскохозяйственного техникума. Очень много ребят приняли участие, было супер, ощущения прекрасные. Я обучаюсь на очень важную специальность, пожарная безопасность, которая необходима занятие спортом. И нужно быть в очень хорошей форме. Завершилось мероприятие необычным флешмобом, когда все молодые люди выстроились на центральной парковой площади в виде ракеты, уносящейся ввысь. Настроение у всех участников было по-настоящему весеннее и приподнятое, под стать космическому празднику. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, Константин Монастыренко. Программа «События».